Добро пожаловать на канал Райская усадьба. Сегодня мы будем разбирать монтаж теплицы арочная. Крепыш. Ширина будет составлять 2,7, длина 4 метра. Устанавливаться будет на брус 100 на 150. Брус будет укладываться в два ряда. Сейчас мы подготовили площадку. Отрезали проушины металлические на бетонном основании. И сейчас будем скреплять брус и собирать каркас уже на него. Ну что, вот у нас уже вторая часть. Собрали мы каркас, также закрепили брус. Осталось нам брус закрепить к фундаменту с помощью анкеров. Одну половинку мы уже поликарбонатом обшили. Направляющие белые вот эти вот, по которым будет ходить поликарбонат, мы будем подрезать с двух сторон, чтобы равномерно выглядело все. И остается у нас раздвижная крыша. На две части будет она делиться. Сейчас будем ей заниматься. Ну что, вот у нас монтаж подошел к концу. Как я и говорил, нарезали мы поликарбонат. Эту стенку мы закрепили на термошайбы. Прокрутили ее к каркасу. Также прикрутили направляющие. Ну и в эти направляющие уже нарезанные листы ставили. Вот такой вот держатель у них по краям в виде ручки. С одной и с другой стороны. Всем добро пожаловать на канал Уральская усадьба. Сегодня мы производили монтаж теплицы. Арочная, крепыш, 2,7 ширина и 4 длина. Использовали мы каркас из профильной трубы 20 на 40. Средняя арка у нас в виде ферм 20 на 40 и 20 на 20. Устанавливалась конструкция на брус 100 на 150 на ребро в два ряда. Также брус устанавливался на бетонный фундамент, к чему мы потом брус и закрепили анкерами. Теплица необычная, с сдвижной крышей и также стенка. Одна стенка у нас правая получается прикручена, а левая ходит свободно, и также крыша. Можно поднять, низ проветрить там или вверх открыть для проветривания. Торец у нас с одной дверью, а второй торец у нас глухой и только форточка для проветривания. Также были установлены системы подвязки в 4 нитки. На этом все. Не забываем подписываться и смотреть новые выпуски.